Я нашел в Майнкрафте новые крутящиеся планеты. Вы посмотрите, какие классные персонажи. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Смотрите, крутящиеся планеты позади меня. Здесь сегодня принимают участие 5 интересных персонажей. Это Влад А4, за него обязательно поставьте лайк. Далее у нас добрый Соник. Это у нас какой-то Светофор МН, Гонщик из Щенячьего Патруля и Килли Вилли. Ну что ж, давайте начинать. Выбираем планету. Я предлагаю отправиться на голубую планету к Владу. Посмотрим, что ж там такое. Мы сегодня их всех посмотрим, всех увидим. Так что ставьте лайки. Чуть не упал в бездонную пропасть в космос. Ну что ж, погнали на голубую планету. Это что за скибиди-бульдозер? Ничего себе гигантский. Так, смотрите, о, Килли Вилли, привет. Давай-ка мы с ним сразимся. Килли Вилли это легкий у нас персонаж, мы его легко одолеем. Мама, длинные ноги, смотрите-ка. Опа, со всех сторон здесь стали. Давай, справимся сейчас с тобой и пойдем драться с вот этим гигантским монстром. Как бы его одолеть, я пока на самом деле вообще не знаю. Потому что он меня реально может просто скушать. Эй ты, гигантский монстр, будем драться? Конечно будешь! Ладно, спрячемся где-нибудь здесь, друзья. Давайте попробуем сейчас выработать какой-нибудь план действий. Он очень страшный. Если вам тоже его страшно, да, если вы его боитесь, то напишите в комментариях. Мне кажется, что любой нормальный человек его испугается. Страшилина гигантская, на тебе, получай. А, такой легкий был, серьезно? Я его больше боялся. Мы его так легко победили. А, да, дверь мы пока открыть не можем. Давайте-ка залезем вон наверх. Там у нас сын у длинные ноги. Сейчас мы с ним справимся. Давай, получай. И здесь у нас нажимная плита. Ее мы можем как раз-таки использовать для того, чтобы открыть дверь и пройти дальше. Отлично, друзья. Мы выходим на следующее испытание. Что у нас здесь? Вы что, лавы здесь все затопили? А как мне проходить? Слушайте, а если я лаву коснусь? А если я что-нибудь задену? Вы об этом вообще подумали, эй? Ну, хорошо, будем тогда осторожнее проходить. Отлично, с ним справились. Будем аккуратно, прям максимально аккуратно стараться пройти, не задевая никаких стенок, никаких лавовых испытаний. Так, смотрите, это же слон, ты шо? Фух, а нет, это не слон, подождите, это лапша. О, там гонщик, ребята, надо срочно к нему, надо спасти гонщика. Вы что, как вы могли его поймать? Так, а как мне его отсюда вытащить? А, может быть, где-то здесь есть топор? Так, о, да, действительно, топор был в одном из этих сундуков. Мы можем с помощью него открыть наш заборчик. И сейчас попробуем спасти гонщика. Так, гонщик, привет. Да, привет, зомбак! Ой, наконец-то ты пришел, я так давно тут тебя ждал. Ну да, извини, что я так долго. На, держи топорик, передавай привет своим друзьям из Щенячьего Патруля, Маршалу там и всем остальным, хорошо? Все, давай, пока-пока, мне надо идти дальше, ведь нас ждут новые приключения. О, да, друзья, приключения, друзья, действительно будут. Вы посмотрите, как это выглядит. Здесь у нас синий радужный друг и вот тот самый Светофор МН. Ха, получай! Сейчас мы с ним разберемся. Отлично, с ним справились. Как обойти это все? Здесь просто со всех сторон у нас пилы. А, вот, с этой стороны можно обойти. Чё тебе, синий радужный друг? Думал, не справлюсь с тобой. Ну ты вообще легкий, конечно. Мы с ним вообще налегке справились. Так, попробуем сейчас вот этого бан-бана победить. Давай, монстр, получай. А ключ я не взял. Ключ-то я дома оставил. Я думал, он мне не понадобится. Эх, ребят, значит, где-то ключ здесь должен быть спрятан, да? Как вы думаете, в этой комнате спрятали для меня ключ? А, вот. О, я его нашел, шикарно. Все, мы можем тогда открыть эту дверьку и пройти дальше. Здесь все затопило лавой, друзья. И попробуем сейчас, наверное, написать здесь точку возрождения, чтобы если что, я хотя бы здесь возрождался, да? Не в самом-самом начале вон там, а хотя бы здесь. Так, ладно, ключик отложим на потом и будем аккуратно прыгать. Это какой-то паркур над лавой. Мне надо по пути, проходя испытания, скидывать монстров. Смотрите, там же добрый Соник. Так, а если я к нему спущусь, а как я пройду потом?
Так, ладно, давайте-ка сперва в бабку Гренни и остальных монстров скинем, и потом спустимся к Сонику. Его надо спасти, он его сейчас затопит лавой, ребята. Срочно Соника спасать надо. Так, аккуратно вот отсюда спускаемся. И теперь идем спасать Соника. Соник, привет! А, помоги мне, тут очень жарко, вытащи! Да, сейчас, конечно же, давай, пошли со мной. Быстрее выбираемся отсюда. Здесь есть, оказывается, дорожка, по которой можно убежать. Это что, гигантский Скоривари? Так, там еще и сосед остался. А ты как там вообще стоишь? Сейчас мы возьмем винтовку, прицелимся на тебя. Вот так. И бам, получай. Все, в лаве ему точно не остаться. Все хорошо, мы с ним справились. Соник у нас... будет здесь, хорошо, лучше никуда не убегай, стой здесь, потому что дальше в комнатах у нас монстров будет намного больше. Так, золото, алмазы, алмазы я возьму с собой, хорошо, все, давай, Соник, удачи тебе, там он через блоки сможет спокойненько убежать, ты все-таки Соник, ты быстрый. Так, а мы сейчас пойдем нап-набы остальных монстров бить. Тут реально со всех сторон монстров собрались. Смотрите, это же Бамбалина. Сейчас мы ей надаем. Отлично. Возьмем, наверное, пулемет. Или вот эту пушку сперва перезарядим. Так, аккуратно в лаву не будем падать. Не хотелось бы гореть. Вообще не хочется. Так, пока все хорошо продвигается. И мы даже довольно быстро проходим испытания. Как вам кажется, друзья, да? Я думаю, что мы большие молодцы. Надо было Соника с собой взять. Может, он захотел бы со мной проходить испытания. Как думаете, пишите в комментариях. Так, идем дальше. Кстати, я вижу портал. Ого, это что за гигантский Банбан Экзи? Еще и Ниблер, привет. Так, ладно, сейчас попробуем с ними справиться. Но вы посмотрите, какой маленький мороженчик и какой гигантский Банбан на его фоне. Он реально огромнейший. Там еще и горка-пожиратель, другие монстры. Туалет-вертолет, что? Ладно, сейчас справимся со всеми с ними. Так, ой, Банбан Экзи меня заметил. Надо прятаться срочно. Получай, монстр. Как же с ним не так уж и просто справиться, да? Как вы думаете? Так, о нет, все-таки был легкий монстр. Мы его одолели буквально пару ударами меча. Это хорошо. Так, осталось только вот с этими справиться. Он вентилятор свой закрутил. То есть, ну, вертолет, да? У него сверху вон какая вертушка. Он может и крутить, и реально взлететь можешь? Ну-ка, давай взлетай. Туалет. Взлетай давай наверх. Он уже почти реально взлетел. Было реально круто. Так, смотрите, осталось только вот этого победить. На тебе, получай. Отлично, друзья, мы прошли испытания. А что в сундуках? Радужные кирпичи. Да, а вот это прикольно. Это такие же алмазы, только радужные. Круто. Возвращаемся через порталы обратно домой. Возвращаемся, друзья мои, обратно. Вот такие планеты у нас сегодня получились. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поставьте мне лайк и поддержите подпиской на канал. С вами был Зомбак. И до новых встреч, всем пока-пока.